И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated, на связи Вескер. Ну а мы продолжаем Beyond Two Souls, за гранью две души. У меня тут чайник, если что, не переживайте, все нормально, все хорошо. Как вы помните, вчера у нас вышел довольно длинный, я бы его разбил бы на две части, но как-то... Чёрт, меня так увлекла вот эта вот серия про Джоди, которая стала, извините, бездомной, что я не мог иначе как вот охватить весь кусок целиком. Мне кажется, это было бы кощунством разрезать бы на две части все это дело, ребят. Так что, надеюсь, он вам понравился, обязательно его поддержите, покажите друзьям, посмотрите по несколько раз, комментарий напишите, лайк поставьте, колокольчик включите, кстати, как вариант. Надо будет, кстати, здесь потом какой-нибудь колокольчик поставить у этой плашечки. Но это потом. Что ж, ребят. Ну, я пока вебку выключаю. С вами не прощаюсь. Мы продолжаем. Let's go. Итак, что тут нас ждет? Как вы помните, Джоди ударит по башке. Ты мы... где? Как настроение, Джоди? Хорошо? Ну, что? Привет. Ты веришь? Наденем эту штучку. Помнишь? Наша помню. Корона. Сказал, нет, хватит быть. Мы теряем время. Шато Марго. Ты не такая, как все, уясни это. Тебе нормально один. Будь осторожен. Ребята, это Джоди. Раз с этим смириться. Ну что ты здесь сидишь? Нормально? Что делаешь? Гнешь ложки силой мысли, да? Типа того? Нет. Шато Марго. Продавец сказал, что подкручники и бутылочки нормально. Мальчик с пушкой? Он не должен родиться. Почему? Если на стол, скажи. Окей. Зачем ты, Джоди? Существам. Let's go. Не знаю, куда мы идем, но куда-то идем. Так, ну и куда же мы идем? Я умерла? Нет, ты жива еще пока что. Айден, не подскажешь нам, где мы сейчас примерно находимся? Нет, ну хоть бы показали бы. Я понимаю, конечно, но все-таки надо оценить качество продукции, ты извините. Это женщина. А угадай. Зачем ты это показал? Он... Да. Это все. Мама? Да, мадам дура. Традиционная для всех представителей человечества. Красота, столько превьюшек. Это... Армагеддон. Будущее? Ну, относительно, ну да. Айден? Я иду. Нет! Нет! Не хочу назад! Хочу остаться с тобой, Айден! Айден! Нет! Да ладно. Очнулась? Хорошо. Айден? Я здесь. Обитаю с тобой рядом. Ну зачем? Я не хотела назад. Ага. Он вообще-то дядя твоих будущих детишек, так что ты помалкивай лучше. Иди рожай, а потом уже делай, что хочешь.
Давай аккуратненько встаем. Может, здесь есть какая-нибудь ачивочка? Дайте мне какую-нибудь ачивочку маленькую. Ну, бонусик. Небольшой. О. Что-то тут есть. Я что-то видел. Не уверен, что, но что-то довидел. О, вот это нехорошо. Джоди, надо бы уходить. Зато мы, кстати, знаем, откуда теперь у нее шрам на голове. Видите? Свежий. Люди тупые и жестоки, Джоди. Ничего с этим не поделаешь. Таков мир. Пойдем отсюда. Да, это она. Сотрясение, травма черепа. Уже несколько месяцев в коме. Можно к ней? Я не знаю, вы из родных? Мы из ЦРУ. Она обвиняется в измене. Хотите, покажем вам ордер на ее арест? Да, если можно. Покажите ордер. Понял. Пойдемте. Понял. Ты орден запроси, имбецил! Странно, была здесь, это ее палата? Черт, она через окно ушла. Не может быть, мы на пятом этаже, не выпрыгнем. Вообще, нам нельзя ее упустить. А мы просто спрятались. Да ладно, реально? Мэм, все в порядке? Не очень, как ты видишь. Мэм! Привет! Походу, сейчас бездомные. Помимо вас, другие игроки также выбрали... Выбор здесь огромный, ребят. Выбор тут огромный. Знаете, я, по-моему, не зря сделал, что решил остановиться именно на моменте ее умерщвления. Столько все-таки сейчас идет прямо идет. Я, кажется, знаю, что будет следующим. Догадываюсь. Ну, сейчас, давайте посмотрим. Ну ладно, я вот так вот сделаю визуально, буду зачитывать. 88. Непройденный путь. Вы солгали Стэну или уклонились от ответа? Про что конкретно, непонятно. 38. Вы заработали деньги с сомнительным путем. Извините, ребят, я играю за девушку, обладающую сверхспособностью и другом Фантомасом. Чем я этим не пользоваться-то? Видишь, чего еще нашли. 90%. У вас хватило денег на горячий ужин. Ну, так хорошо же. 36%. Вы помогли бездомным после ужина. Ну, а что я еще должен был делать? Логично. 92%. Вы спасли всех из пожара. Ну, понятное дело. А что еще должен был делать? Все нормально. 64%. Вы не пытались покончить с собой. То есть, кто-то пытался, но, видимо, им помешали. Ну, ребят, никогда, никогда не кончайте с собой. Как бы тяжела ни была ситуация. Я бывал в более тяжелых жизненных ситуациях и... Будучи еще двукратным утопленником, не по своей воле, я говорю сразу, меня топили, пытались убить, но, говорю сразу, это далеко неприятно.
Не пытайтесь, не пытайтесь даже. 96% вы побили хулиганов. Ну, excellent, excellent. 96. Мы побили хулиганов. I'm fighting imbecile. Ладно. 39%. 89. Вы не стали рассказывать об Айдене. Я не стал. Я же вроде рассказал. Ну, ладно. Ну, хотя, в принципе, что им знать-то? Меньше знают, крепче спят, как говорится. 52%. Вам удалось сбежать из здания. То есть у половины не удалось сбежать из здания. Стоп. Из госпиталя, что ли, получается? 52% вам не удалось сбежать из здания. То есть получается, что мы могли остаться в палате, к нам бы пришли как следствие ЦРУшники, и они бы нам все рассказали. Но если бы я бы не спрятался, то они бы... Если бы я бы не спрятался, они бы все рассказали бы. И заодно бы узнали бы последнее. 83% вы не узнали, что стало с хулиганом. То есть я бы узнал, что с ними стало, просто потому что это как постследствие информации. Окей, окей. Ну так, так или иначе, вебку пока выключаю, и мы продолжаем. Ну, слишком 12 минут, но это как-то ни о чем. Далее. А там, если что, разобьем на две части. Первая ночь. Окей. Первый разговор. Первая ночь. Это ненадолго. Ну да, всего лишь на 500 лет. Пусть они выяснят, что с тобой, да? Не бросайте меня. Всего на пару дней. И соскучиться не успеешь. Сьюзен, все, нам пора. Хватит уже с этим тянуть. Будь храбрый. Это у папашу надо бы припить на месте. Ты сильная. Она еще более-менее адекватная. Знаю. Она хотя бы отыгрывает сопереживание. Это вот хотя бы... А этого можно вообще послать. Отец года. Раскаленную кочергу ему в задницу. Чтобы приятно не было. Джоди, я знаю, тебе тяжело покидать дом и семью. Но у нас больше шансов понять, что с тобой происходит, и защитить тебя. Уильям Дефо сказал, окей. Никто меня не защитит. Тут она правильно сказала. Все твои вещи в той сумке. Коул и я всегда рядом. Если что-то случится, просто позови, и мы сразу примчимся. Ладно? Хорошо. Спокойной ночи. Будь умничкой. Вот наша озвучка немножко кривая. Он сказал спокойной ночи, Джуди, в конце. Ладно. Где бы тут переодеться? Да можно где угодно, наверное, я думаю. Наверное, вот здесь можно. Надеюсь, хоть тут у них камер нет. А какая разница-то? Ну, посмотрит. Ну, чё, узнает, откуда Айден у тебя вылетает. Ничего плохого же нет в этом. Милая комнатка. Славный унитаз.
пока я ни на что не... О! Что она делает? Не знаю. За нами же наблюдает. Красота. Идем, ушастик. Сегодня спим на новом месте. Красота. А мы можем к ним залететь? Да, все это началось. Макс сказала, что это длится не первый месяц. Сначала она думала, что это обычные ночные кошмары. Новый бонус. Поняла, что все не так просто. Эти отметины, царапины, укусы. Видишь, как они расположены? Ну-ка. Сама бы так не смогла. И вряд ли это родители. Она не врет, и ее преследует нечто. Нас много чего преследует. Она молодец, храбро держится. Да. Для ребенка ее возраста необычный психологический профиль, это точно. Вообще быть за Айденом тут везде это нормально, в принципе. Летаешь себе, смотришь все. Специфика прямо великолепная. Компьютер есть. Кстати, какая модель компьютера, что-то не обратил в прошлый раз внимания. О, у моего отца такой был. Покойный. Что-то отца вспоминаю. Эх, ну ладно. Может, есть на что повлиять здесь еще? Механическое, не механическое. Было бы прекрасно. Парни, что еще скажете? О! Куда он пошел? Дефо! Уильям Дефо, вы где? Черт, я не могу так далеко улететь. Дефо ушел куда-то. Ну ладно. Ложись спать, Джоди. Окей. Ну, игру можно изучать по сотни часов, я бы сказал бы. Реально, здесь есть что изучить. Я выключаю свет. Спокойной ночи. Стойте! Можете оставить свет в коридоре? Я не люблю темноту. Ладно. Вот так? Да. Да. Ложись. Good night. Пока. Не бойся, Айден. Мы сейчас просто уснем, и ничего не случится. Ну да. Поворочимся. Давай, Джоди. Слип. Не могу заснуть, Айден. Расскажи сказку. Сказку? Ну, окей. Что мы можем еще сделать? Эй, ты там как?
Ты там не уснул на работе, парень? Эй, отстань от нее! Зови на помощь! Зову уже! Просыпайся, имбецил! Где ты? Джоди! Отстань от нее! Дышь от нее, гребаная муха. Дышь от нее. Где? Где? Дышь. Дышь от нее. Гребаная жучара. Джоди, убегай. Выш! Джоди, беги! Боже, Джоди! Я надеюсь, справился? Зови врача! Быстро! Ничего. Все будет хорошо. Айден их больше не боится. Да уж. Это что же за идиоты такие покойные были? Что, к ребенку лезут? Издеваются. Наверняка какие-то извращенцы-мазохисты. Первая ночь. Ну, как раз-таки 22. Ну, учитывая, что предыдущий эпизод был длинный, в этот раз будет все нормально. Давайте посмотрим. Первая ночь. Помимо вас, другие игроки также выбрали эти пути. 87%. Вы не стали подслушивать разговор Докинза с вашими родителями. Может, там был разговор? Окей, то есть я мог бы подслушать все это дело. Я думал, они просто взяли и ушли. Ну ладно. 95% вы победили существ. Окей. 90% вы разбудили Коула. Ну... Нет, в принципе, здесь я, видимо, поступил так же, как большинство. Но это логично, ребят, извините. Но, если честно, я думаю, я, наверное, потом буду смотреть другие варианты и смотреть все остальное для себя чисто. Возможно, даже запишу что-то из этого. Будет даже интересно посмотреть другие вариации. Но это, как говорится, истинное прохождение, а потом уже будет все остальное. Там что-то будем другое посматривать понемножечку. Так или иначе, ребят, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал Discord, контакт, DeviantArt, ссылочки все в описании. Также не забудьте посмотреть наш плейлист по Beyond Two Souls, За гранью две души, свеженькое видео, ну и на канал перейти, там много чего интересного. У нас на канале каждую неделю меняется один из плейлистов, показывающий одно из наших ранних прохождений. Посмотрите тоже, будет интересно. Что ж, ну а с вами был Альберт Веска, глава Umbrella Tech Incorporated. Всем до скорой встречи и всем пока. И еще увидимся. Все же реально, там можно было посмотреть разговор с родителями, но вы издеваетесь просто.